Васильевич. Да. Через 15 минут нас в решету приводят. Да, мы прекрасная мишень. Наша минная банка. Сергей Николаевич, собери офицерский состав на полубаке правого борта. Есть. Смирно! Господа офицеры, позади немецкая эскадра, впереди Фридрих Карл. Путь в базу закрыт, поэтому не вижу другого выхода, как заманить немца на мины. Держим курс на Пилау, на нашу минную банку. Вопросы? Есть вопросы. Разрешите? Слушаю. В метре от мин не пройдем. На своих же минах, господа. Сами себе могилу вырыли. Прекратите истерику, Мичман. Идем на мины. С Богом. Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости и щедротах на смиренные рабы свои, и человеколюбно услыши и помилуй нас. Все во врази наши, воеже погубите нас. Помози нам, Боже, спасителю наш, и избави нас славы ради имени Твоего. Да никогда реку врази наши Бог оставил вечный. Но да увидят все языцы, яко ты Бог наш, и мы люди твои, по державой твоей всегда хранили, и не присны во веки веков. Аминь.
Ньюсу. Мина по левому борту! Спокойно, господа. Господи помилуй. Немец вышел на прямую наводку. Ну что ж, все в сборе. Реверс. Домой идем, господа.